Всем здорова, с вами Краулер, и сегодня я посмотрю на демку очень многообещающей игры, но это от самих разработчиков, понятное дело. Игра обещает нам просто огромное количество зомби, вот как должно быть. То есть в мире постапокалипсис все зомби, вообще огромное количество. Сейчас мы будем все это дело смотреть. Кстати, игра называется Black Masses, сделана на Unity, и это альфа демо 0.1 версия. Давайте нажмем, убавим музычку. Окей, все стоит на ультрах. Давайте так-то оставим. Я надеюсь, лагать не будет. Хотя кто знает, такое количество зомби, которые в этой игре его нигде не было, и вдруг все-таки не потянет. Ну, перейду на палочки. Окей. Заставочка у нас сделана прямо из игры, и вот, знаете, даже не постарались, потрудились, так сказать, убрать этот гробик, который лежит на траве, то есть трава растет сквозь гроб, то есть бросили и пошло. Труп, кстати, забавный, да, труп мне нравится. Загрузка какая-то долгая, ну чё. А, не, быстро. А, нет, отвисло, смотрите. Так, есть уже перекрестие, давайте пойдем. Нет, не пойдем. Значит, оказываемся на лодке, как я понял. Да, это качка, шторм, все дела. Смыло водой нас. Вставай, ну, без Б еще, чувак, встану, сейчас встанет, а все, что можно, вставай. Нужна еще гадюка из готики? Ты был избран. А, это бог, ну да, я Моисей, это бог. Ну, норм. Татуху заимел. Ну, окей, окей, рука чистая. Завязка прекрасная, всегда любил, знаете, как просыпаетесь на пляже, с утра какой-то голос, он говорит, ты избран, короче, вставай, все. Все остальное лишнее. Чуть я нажал пробел, и все пропало. Итак, вот как выглядит игра. Black Masses. Я бы назвал это Black Masses. Так. Пытался утопиться, но... А? Страшный какой голос. Уии, бомбочкой. Окей. Так. Мы можем бегать, мы можем прыгать, да, у нас тут. Смотрите, у нас уже есть 18 опыта, но я ничего не сделал. Опыт за то, что я хожу. Так, открыть журнал. Ага, опыт за то, что я прыгал. Нет, бегаю, а прыгаю. Из-за прыжки. Читерский способ накачаться вообще, знаете? Колодец не пустой. Странно. Теперь меня будут говорить... Эй, чувак, откуда у тебя такой лев? А я буду говорить, напрыгал. Вот это нормально, то, что я нифига не вижу? Нет, серьезно, вообще, то есть... Так, окей, ну, джип. Посмотреть задание, окей, а найти хилочку. Так, хилпоинты, источники света, оружие. Даунроуд. Окей. А, у нас тут есть целеуказатели. Ну ладно. Арка свадьбы. Так. Ага. Невидимые стены. Прекрасно. Я застрял. Серьезно? Нет, застрял. Окей. Блин, тут есть фонарик или что-то.
Не видать вообще ни черта. Джампу. Окей. Короче, можно подтягиваться. Я нифига не вижу. Но я подтянулся. Окей. Откроем, да. И... закроем. Нет, давайте откроем. Как тут что-то увидеть-то, блин? Что за игра? Я не понимаю. Тут есть яркость. Так, нет, это все не то. А, может быть, тени? Нет. Скорее всего, это дело в Альфе. Так. Хилпоинт. А еще что-то я нашел. Окей. Это что у нас? Эл. О! Вот оно, наконец-то, блин. Эл. Что такое? Ключ. Ключ. Есть еще что-то здесь? Сундук. Пустой. На. Здесь что? Пустой. А здесь? Пусто. Вот это демка, а? Даже не наложили ничего туда. Давайте хоть прокачаем. Слушайте, а может напрыгать все-таки на 400, там, допустим, да? И... ну, прокачать что-нибудь, а? Можно такое сделать? Ножи, вилки, знаете, бегаю, тыкаю на Е. Смотрю, что происходит. Дверь закрыта. Это ящик вроде. Дверь. Так, ну я быстро прочел. Ничего интересного вам не буду говорить. Я, ну я знаю английский, но просто вам не о чем знать, что было написано. Так. Окей, следующий дом. Так, у нас травка прорастает. Ну, не видно, неудивительно. Так, что тут? Ничего. 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 По-моему, вообще ничего нету ни в одном сундуке. Бесполезно. Так, что это? Так, по-моему, я взял... а, репер, камер. То есть это чинилка, а не... так, что-то... блестит же, да, что-то? Хлеб. Ну ладно, давайте наверх. Эй, чувак, тебе хорошо? Тебе норм? Приятно. А, да, забылся. Можно посмотреть на него. Такое чувство, что она живет, знаете, он срет кровью, но думаю, когда он закончит, он встанет и нападет на нас. Так, что у нас есть press action. Так, ну я нажал. По-моему, это вообще первый какой-то там ящик, с которого я что-то смог взять. Так, ничего не происходит. Так, мы вообще куда вот мы идем? Где метка? Наверх, да? Давайте я еще немножко пошарюсь. Так, о, стал лут появляться. Все-таки не зря все-таки что-то здесь открываю. Так, что здесь есть? Опять нифига нету. Так, что это был за шум? Это чувак, который... догадил, да? Так, Блит, Хилпоинт, Чикинкс, Крафтинг Стат. Так, а оружием. О, я достал весло. Так, я могу, значит, и бить, блокировать направо не могу ничего. Да-да, это Олег, я тебя слышу. Сейчас, погоди, я лутаю, короче. Обожди немножко. Бумажку тебе надо. Так. Режим Шерлока Холмса, правильно? Вот он пошел по следам. Вот, вот, вот. Здесь облокотился. Так. А вот он. Чувак. По плечу так легонько. Оп. Руки отшиб. Ну что ты мне сможешь сделать? У тебя рук нету. Ай. Тяпками. Кошку оторвал. Все,
обязательно. Как я и предсказывал. Pre-section open. Кейн, это ты! Я думаю, что ты обзоры не пилишь, а оказывается я закончил карьеру. Прости. Окей. А, теперь можно идти. Забанк бегом поднимается. Quest complete. Открылось? А, да, забыл, надо прыгать. Надо же прыгать, чтобы, короче, прокачаться. Check your map. О! Так, а... зонт-то достаточно большая будет. Когда-то. В демке доступно вот этот кусочек. Но я думаю, нам и этого хватит. Так, еще один дом. Так, taking municipal permits. Прости, ошибся дверь. Как ты? Слушайте, ну, зомби пока мало. Ищали огромное количество, но пока не видать. А есть более действенный способ, что тебе как-то... немножко... О! Долбанул этот рост нога. Но... ну, та, такое себе, знаете. Ноги не береги. Амда. Это чернота, что... блин, что не так, блин? Тюха, ты меня подводишь. Так, они оба отсюда вышли, а нет, нет. Стоп, 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 погоди, вы ж валялись. Фу. Супер удар. Я лопнулся. Вы умрете сегодня или нет? А, вон, я вижу. Сверху у них жизнь, оказывается. Тут не могу, да что же чернота-то меня преследует, а? Так. Опять вот эта вот подсветочка. Бомбочка. Плохо. Так, Iron Dome, окей. Статистика, стата. Окей, мы можем что-то прокачать. Сил тут и прочее. На это тратится по 2, да? О. Еще раз, нет. Выживаемость. Окей, давайте ее нажмем. Так, все, значит, Blessing Point я потратил. Давайте применим еще. И с ним. Я прям не рассчитывал. Так, заболтался, не понял, что это. Кровище сколько! Так. Так-то. Так, хилка, да? Хилочку мне. Что-то у нас еще есть. Прикольно. Приклеенная, по-моему, книга кверху, да? Закрыто? Закрытый ящик, серьезно? Почему все это подсвечивается издалека? Поблескивает? Но я не могу это юзать. Так, здесь я не смотрел, нет? По-любому есть второй этаж, да, наверное? Чердак какой-то, не, окна закрыты, ладно. Давайте пойдем дальше. Так, зомби становится больше, но все равно недостаточно. Достаточно больше. Так, все равно недостаточно. Не убедите меня в этом. Блин, боевка довольно-таки не особо подходит. Это, знаете, хочется, допустим, зажать сбоку на удар и долбануть сбоку. Боевка от первого лица все время меня вспоминается, как Dead Island, Dead Island, крайняк. Типа, там просто пытаемся закликать. Обычно даже плечо или с зажатым ударом. Отрываются ноги у зомби почему-то. Не знаю, ну почему не башка взрывается там? Забежным нужно лишить мозга. Так, оружие не берется.
это плохо. Так, они не оживают, я надеюсь. Нет. Так. Мне надо. Окей. Сейчас все это быстро сделаем. Стамины у нас много. Бегать мы можем долго. Поэтому просто побежим в город. В надежде встретить огромное количество зомби. Огромное! Должно же оно быть. Я что-то поджег, короче, как я это сделал, я не понял. Я просто бежал и нажал на правую. Игра подвисла, и я нанес круговую атаку. Кондишн. А, оружие ломается, да? По стандартно. Какой бы удар я ни сделал, ломается по 0.05. Лишнего риска. Так, блин, надоели мне эти тени. Давайте, знаете что, давайте попробуем все это дело отрубить, прям поставить все на картошку. Поставим просто картошку. Ага. И что? Нифига не изменилось, слушайте, стало мутно, да? Но тени остались такими же черными, как и были. Так, вот если. Да не, без разницы, как бы не бил я. Оружие ломается одинаково. Сильно слаб, пофигу. Черта не видать, вообще ни черта, блин. Тень от дерева, если зайти, то все, потеряешься. Зомби, конечно, прибывает, но так же мало. Так, я пропустил поворот. Давайте побежим просто на прямки. А, нет, ошибочек вышло. Ну, перемахнем через забор. Больше нет невидимых стен. Довольно странно. Почему туда нельзя было воткнуть какие-нибудь ворота, да, и ставить ключ от ворот? Нет, нужно было ставить невидимую стену. Так, я весь в крови. Зомби за мной гонится, бегать все зомби. Можно ли гнаться от кого-то? Я нашел сейф зону, окей, откроем двери. Ай, Сидорыч! Окей, Петр. Еще один человек. Где ты был? Ну, я, короче, с лодки упал, потом пришел светящийся шар, и у меня татух появился. Давай мы тебя обворуем, как бы. Тебе это все не надо. Да? Хлеб возьмем. Откроем, давай. Походим стрелы. Еще одну весло мы взяли. Странная рожица. Можно ли напасть на NPC? Бах! Many have died. Да, многие погибнут, чувак, я... Нет, я... Да, я понял, я не нашел выживших, чувак, прости, но... Тебе придется и дальше жить своим кулаком в кровати. Так. Сейф-зона, значит. А, ну да, слушайте, не зря я вспоминал... Таймлайн. Так, я застрял в этой клетке, решетке. Так, все, отстрел ты. Молодец. Так, Fort Haven. Окей, я, наверное, добегу и на этом закончу. Не увидел я зомби. Но, я думаю, я попробую пройти эту демку. На длинные игры мне не хватит, а вот демку пройти почему-то нет. Но... Надо перестать зайти привычку, сначала брать, а потом думать, блядь, а че я только что взял это? Что это? Нужное что-то? Как? Надо с этим завязывать. Так. Вот это уже нормальный разговор. Ржавый меч. Окей, я... Опять я потратил это умение на... Хватит, чувак, застревать, пожалуйста.
Unity, что с тобой? Ладно, вот... Как будто... Чё ж так черно-то всё? Нет, какие-то проблемы, реально, там, может быть, драйвера стоит обновить. Что, ну, блин. Супер удар! Вот и зажёг, нет? Зажёг свою энергию. Давайте валить отсюда. Так. А, на тап ничего, блин. Слушайте, надо уже давно делать на тап. Так, очень удобно. Да, стамина нет. Хилпоин искал. Погоди, девочка. Отвали от меня. Да шо ж ты. Я не вижу нифига. Бежать куда не знаю, блин. Мини-карты этой нету, блин. Чё? Чё? Отпустись! Чё, дурак, что ли? Нашёл, где виснуть. Давай, залезь. О, всё, окей. Хилпоин, как союзать? Квип. Квип. Что за... А-а-а. Пить на кью. Окей. Давайте побежим дальше. Так. Есть подозрение, что я разобьюсь. Знаете, я нашел зомбей, их, короче, много. Их, короче, пипец как много. Все, я, знаете, я насытился. Их огромное количество. Что, Стикс? Что происходит? Можно мне как-то, блин, включить игру? Что с тенями не так просто? Ладно, не картошка, не картошка. Давай хотя бы медиум. Давайте посмотрим, что будет. В Warface там будет фигово отрисовываться дым, и можно будет через дым и чувака тут. А здесь? Здесь все становится только хуже. Тебе говорят, ставь максимально... Хотя, знаете, это возможно сделано для того, чтобы, ну, зомби тут здесь на самом деле огромное количество, я, да, увидел. Чтобы не лагало, может быть. Но... Серьезно. Я не знаю, есть еще один способ, он работает. Я не хочу им делиться, потому что в некоторых сетевых играх, прочих, где достаточно темно, вы можете прибавить свет на максимум. То есть то, что вы прибавляете, допустим, яркость в игре, чтобы там в темноте видеть лучше, да, ну, есть такие игры. Делайте засветы себе. Но есть способ, который, по сути, всю темноту убирает напрочь. Я этого делать не хочу по той простой причине, что я-то буду видеть, но на записи будет отображаться вот такая вот тема, которая сейчас. Так, окей, давайте я... Well met. Стоп, погодите. Я пришел. Или нет? Или я приходил в форт? Ничего не понимаю. У меня же был квест отправиться в форт. Кого-то, хоть кого-то найти. Давайте побежим. Что-то все. А, на башню, окей. Вот лесенка. Так, лесенка застревучая. Так, давай, ну лезь выше, чувак. Ну давай. Молодец. Здесь я тоже как-то сейчас залезу. Прямо Assassin's Creed, слушайте, а? Такой дерьмо. Залазь, чувак, ну пожалуйста, я тебя прошу, когда у тебя что-то просили? Да все, чувак, спрыгивай, я передумал, все, не держись, сразу. Ну, я надеюсь, вы тоже видели зомби, я видел. Много все-таки зомби было. Отпустись, хватит бросать.
цепляться за все подряд. На что я надеялся, что все-таки что будет, а? Граната. Экипировать. Как? Масол? Что? Слон, масол. Там какую-то кнопку все-таки можно кидать, да, я думаю. Но... Может на Г? Да, слушайте, я что-то кинул. А что-то взорвалось, ну где, я не понял. Давайте я вас к воде выведу. На воде хоть что-то видать. Слушайте, я могу плавать без рук. В принципе, нормально. Странно, шоу не повышается. Чё? Это чё сейчас? А! Эй, пошёл вон, пошёл вон! Блин, я здесь буду бояться теперь воды, блин. В ванну теперь не залезу. Эш. Блин, слушай, а может на запись будет нормально? Да нет. Слушай, на принципе не особо лагает, но... А где я видал всех этих зомби огромное количество? А? Че вы дышите как на родах, а? Так, а я могу что-нибудь выпить? Давайте что-нибудь применим. Стамина поинт. Экипируем эту штуку. Выпьем. И побежим. Бежим просто умирать, сломя голову. Так, и можно мне масол, пожалуйста? Я хочу... Нет, я хочу с маслом. Да, не понимаю... Откуда у меня взялся? Зачем он мне нужен? Не хочу с ним бегать. Так. Давай. Беги, сынок. Беги. Завтра будет новый день. Вот оно. Вот. Вот то, что я хотел видеть. Поглядите. Поглядите, как их там много. Реально, блин. А я здесь слезу с потерь? По-моему, не слезу. Мне кажется, он не кричал, что ему было больно, но убавляется. Ух, по головам, по головам, по головам! И меня до сих пор фигарят, да? Окей. Ладно, ладно, я остановлюсь. Я в камне, я мечу камни, я застрял. Ну, отсюда я уже не выберусь. Каким бы ловким я не был, я отсюда не выберусь. Можно, конечно, напрыгивать, поднимать уровни и так далее, но я закончу на этом. Да, действительно, в этой игре огромное количество зомбей. Серьезно. Играть не особо интересно, реально, альфа, бета, там, пред-альфа версии, демо, что? Короче, когда-нибудь эта игра выйдет, к сожалению, на Unity, блин, теперь на Unity, но... Я надеюсь, она выйдет. Надеюсь, появятся какие-нибудь пулеметики и так далее. Где может быть расстреливать там у зомби. Я не представляю, как с ними сейчас бороться. То есть, да, будет онлайн. Я понимаю. С онлайн будет вообще лагать, наверное, дико. Все это будет, можно будет коллективно долбить их, сгонять ловушки и так далее. Блин, знаете, что сейчас творится, интересно, с игрой 7 Days to Die. Интересно, если там такое количество зомби запустить, понаставить по ушку и так далее, что будет, да. Стало интересно прям. Итак, я, наверное, если не решу проблему с графонием, с этими всеми, блин, тенями, которые портят просто... Мне весь вид, я не понимаю, что происходит. Если я с этим делом не решу проблем, пусть я обновлю драйвера, посмотрю еще, что можно сделать. Если я эту проблему решу, я, наверное, продолжу. Я запишу еще видео, возможно, я пройду. Не знаю, демка, наверное, будет короткая. Вот, я все-таки добьюсь там того, что я смогу махаться этими зомбиями и раскидать всех. Вот, если нет, то нет, это на этом видео закончится. Но, слушайте, амбиции неплохие. Возможно, что-то выгорит. Итак, с вами был Краулер, который застрял в стене, в текстурах, в храме. Одной ногой, так сказать, в раю, другой стороной в аду. На этом все. До новых встреч.